Добрый вечер. Ой, что-то меня заело. Здравствуйте, мои славные малыши-телезрители. Сегодня вторник, а это значит, что в эфире Углического телевидения детская вечерняя передача «У Лёвушки в гостях». Хотя мы все чаще пользуемся электронной почтой, согласитесь, друзья мои, что письма, написанные от руки, получать все же гораздо приятнее. В них столько души и тепла, что хочется просто прыгать от радости. Вот послушайте, что мне написала Юля Стыцюк, которая живет на улице Бахарева. Юля – постоянная телезрительница, и я бы даже сказал, любительница передачи «У Лёвушки в гостях», потому что помню, что года два назад Юленька участвовала в конкурсе рисунка нашей передачи и получила за это приз. Не правда ли, Юля? Ну, так вот, читаю письмо. «Лёвушка, здравствуй!» – пишет тебе Юля. «Мы с подружками очень рады, что наступила настоящая зима. Я тоже очень рад, просто несказанно рад снегу, такому искрящемуся, а когда выходит солнышко, так это вообще просто здорово, и сердце радуется от счастья. Так, теперь мы катаемся на санках и скоро пойдем на каток. Ну что ж, здорово, в добрый путь. Я учусь в первом классе, а в понедельник мне исполнится 8 лет. И, к сожалению, Юляша, сегодня уже вторник, и ты уже наверняка отметила свой день рождения. Но я думаю, что поздравить никогда не будет поздно, и поэтому от души поздравляю тебя с прошедшим праздником, днем рождения. Ну а теперь давайте посмотрим, ребята, рисунок. Вот такой чудесный, веселый и жизнерадостный Лёвушка, между прочим, очень даже похож. Вот посмотрите. Вот такой. А вот этот будильник в верхнем уголке напомнит всем нам о том, что скоро начнется передача «У Лёвушки в гостях», и Лёвушка обязательно покажет новый мультфильм. На сегодня это все, и я прощаюсь с вами до завтра, друзья мои, с надеждой получить от вас много-много писем, рисунков, поделок, аппликаций, словом всего, на что только вы способны. А я просто уверен, что способны вы на многое, но пока!